Сегодня будем украшать окошко. Шарики у нас уже висят. Наверху они на клеевом пистолете прилеплены. А рисовать на стекле будем зубным порошком. Вот я уже разбавила его здесь. Развела до такого состояния, ну, чтобы можно было, вот как бы, например, густая водомульсионка. Запах такой, еще мята написано. Зубную щетку пока убираем. А у нас есть такая губка с такими дырочками. Так, Николай, пробовать рисовать снежок. Ну как, классно? Да. А ну пробуй. Рядышком, рябышком. Давай, рядышком, рядышком. То туда пошел уже не надо, то следы уже пошли медведя. Потуди мама губкой протерла немножечко. А ну давай. Рядышком, рядышком, Колечка. Рядышком, рядышком. Чтобы получился у нас красивый снег. А на снегу уже будем рисовать снеговичка, елочки. Вот так рисовать можно классно на стекле зубным порошком. Все? Все. Молодец. Молодец. Потихонечку работа движется. Снега целые кучи намело, сугробы. И осталось снеговику нос, глаза и морковку. Да, морковку вставить. Все, сейчас. И вот когда уже красочка высохла, ну не красочка, а наш зубной порошок разбавленный, можно обыкновенной зубной, ой, не зубной, обыкновенной такой палочкой ушной аккуратненько сделать то, что вам хочется, какие полосочки, более сделать светлый вид. Вот так как-то. У снеговичка можно всякие разные, только когда уже высохла полностью краска. Так, а тут я елочку таким макаром сделала и еще какой-то маленький домик. Так. Который просто идет с неба, можно сделать с помощью зубной щеточки. Так само вот макнули и аккуратненько. And I remember dreaming, buried in a comfy blanket that I will never forget. When I was waiting for the snow to fall to make a giant snowman, my heart was tingling over and over. I won't forget the snowman, I won't forget those years, an amazing time I love. This will forever be the one deserved Christmas.